Ты же больной. Зрители важнее всего. А? Зрители на первом месте. После коровы. Давай, ну, цветочки буду продавать. У меня дочь все занимается цветочками. Уже продам. Потому что у нас дома уже оранжерея. Хорошо спродается. Спасибо. Заказ. Це люди, які беруть молоко іменно в банках. Один клієнт на тисячу. Так, ну все, давай. Несмотря на то, що зараз дуже сильно похолодало, я заболіла. Желаю всім доброго і теплого утра. Несмотря на те, що ви робите, да? Или лежите на дивані, или управляєтесь в сараях, или на роботі. Я зараз буду управлятися. Хазяйство жде уже. Воно і рветься в бой. Курей і качок ми виганяємо на огород наш. Да. Хай бігають, якраз хорошо їм, по волі. Телята теж ждуть, рябіна жде. Добре утро. Добре утро. А де Гаврюша? А де Гаврюшик? Оно, Гаврюшечка, лежить. Сіна жде. Тоже. І рябіна. Да, рябіш? Рябішечка. Зараз будемо управлятися. Мені сьогодні треба намолоть дерті. Дерть закінчилась. По хазяйству поуправляюся і хочу я сьогодні займатися одним дуже важливим ділом перед зимою. Покажу в кінці. Ви спросите, за чим я розірвала тюк возле сараю, а не в сараї в кормушці, прям в корови. Тому що попадаються іноді тюки з прілим сіном. І тому ми з мамою вирішили, ми лучше його там відкриємо, по чуть-чуть передивилися, брали, ну, набрали і тоді ложимо в корові, щоб не попало пріле сіно в кормушку. Що корові, в принципі, що й телятам одинаково, вони його все одно їсти не будуть, тільки перегадять. Ну так от, поэтому я на вулиці завжди відкриваю тюк і потім уже ми даємо по чуть-чуть перебираючи сам тюк. Ну так от. Ліза. Oh,
Гаврюшечка и Сена. Наша маленькая девочка, тёлочка, да? Тёлочка наша. Гаврюша, як только родился у грябини, був ярко-красного окраса, а сейчас він темный. И все темнее и темнее. По сравнению с Сеною, він як негритёнок маленький стає. Хотя він був даже ярче Сени. Вона красна, а він іще світлее був. А сейчас темный який. Його даже в камеру погано видно. Темный стає бичок. Да? С чем это связано? Кто знает? Красавчик ты наш. Я знаю, в принципе, на кого ты похожий. И догадуюся, яким семенем була осеменена наша рябина. Предположение, догадки есть. Гаврюшечка. Їсти всім подавала, не показала вам тільки, як чистила в сараях, ну це понятно, що це важніше всього, почистити сараї і убрати. Дала їсти курям, поставила кашу собаки варити і мелиться дерт. Я буду періодично бігати, міняти відра, підсипати, убирати те, що намололо. Фух. Но что сегодня я хотела сделать? Надо мне грунтовать наш фундамент. Он сделанный у нас в виде камня, точнее под камень, как кажут еще. И его надо весь загрунтовать. Грунтуется все это дело для того, чтобы не было трещин, когда начнутся холода. И для лучшей водоотталкиваемости самого оцього раствора, самого оцього укрепления. Дом ми прогрунтували, ви вже бачили, теж, щоб оця штукатурка не давала трещин, щоб не було трещин, тому що ми, не знаю, хочемо ще короїд делать, ну це, скоріше всього, на той год, як получиться. В общем, я подумала, красят стены тоже распылителем. А что не попробовать и прогрунтовать? Не щеточкой вымазывать каждую щель, а распылителем. И оно намного лучше попадает, ось, я дивлюся, каждый трещинки, эти зазоринки. В общем, дуже хорошо. Взяла обычный я с подмоющего средства, потому что вымывала окна. На улице полностью все окна помыла в доме на улице. И у меня остался распылитель. Ну и налью я грунтовки. Грунтовка без комочков, без ничего. Воно не забиває жидкость, саму трубочку.
И дуже хорошо ним. И, в общем, вот таким методом уже пол дома я сделала, точнее, пол фундамента. Ага, да. Мам. Да, сыночек. Да. А сыночек помогает мне тоже, да? Ага. Вот такой у нас больничный. Даже грунтовки намного меньше, чем щеткой, когда мазала. Щеткой у меня уже мисочка ушла, хотя я там маленький клаптик, меньше даже, чем цей сделала. А тут у меня, ось что тут распылителя? Пів баночки. Півлітрова, 500 мл написано, ну це распылитель. И я уже прогнала в два раза больше участок, чем той, что мазала щеткой. Так что, значит, все-таки ним намного лучше. Никто мне не подсказывал, сама, верите, подумала, думаю, ну попробую распылителем я. Попробую, получится? Получится. Який буде розход, де лучше? Правильно, як кажуть, на своїх ошибках учимся. Если був би розход більше, то, конечно, я б начала б уже б щоткою поділати оце все діло, грунтувати. А так, кожна щель уже у нас под грунтовкой. И тогда этому цоколю, раствору, не так страшен мороз и влага. А потом уже на той год будем скрывать, красить, как положено, брать специальные краски для фундамента и красить. Кто красит лаком, кто грунтует, не грунтует, а специально купляет краску для улицы, фасадную. Ну, в общем, будем дивиться по деньгам. Так, в общем, подводю итог проделанной работы. Полностью прогрунтовала весь фундамент. Что могу сказать? Разницы до и после немає вообще. Все, полностью высохло воно, подсохло. Солнце сильно світе, ось. Что до, что после. Но зато мы с вами знаем, что теперь нам не страшна влага и морозы. І він буде цілий і не потріскає. Три часа, і ми молодці.